Это чистый, зрелый, натуральный мед. Струечка, видите, не прерывается. Это первый признак качества меда. Здесь знают толк не только в сладостях, но и в мясе, рыбе, молочных продуктах, специях и выпечке, овощах и фруктах. Ярмарка «Золотая осень 2021» уже в Воскресенске открыла свои двери для ценителей фермерских продуктов на площадке Райпотребсоюза на улице Советской. Благодаря Торгово-промышленной палате Московской области и Воскресенскому райпо организована вот эта замечательная ярмарка, на которой представлены производители со всей России и, в частности, из Воскресенска. Сыры из Воскресенска, фрукты из Средней Азии, а мясо от волгоградского производителя. Воскресенцы соскучились по ярмарочному разнообразию. Мы счастливы, что пришли на нашу ярмарку, по которой очень соскучились и очень давно не было, с мая месяца, по-моему. Ярмарка замечательная, товар хороший, качественный, а продукция необыкновенно вкусная. Сюда не зарастает народная тропа, так в чем же секрет? Потому что товар у нас свежий, каждый день привоз товара, все качественное. Много лет уже ездим сюда. 18 лет, да? Больше 18 лет. Но, пожалуй, главное конкурентное преимущество – большинство из этих продуктов вы не найдете на прилавках известных сетевых супермаркетов. Но не хлебом, как говорится, единым. Под сводами шатра можно найти одежду и обувь на осенне-зимний сезон, кожгалантерею, продукты для здорового образа жизни, товары для дома, сада и огорода, подарки и даже книги. Организатор ярмарки «Мособл-Экспо» не просто приглашает к участию воскресенских производителей на выгодных условиях, а открывает двери на торговые площадки всего Подмосковья. То мы теперь их приглашаем продвигать свою продукцию с нашей ярмаркой, с ярмаркой Торгово-промышленной палаты по всей Московской области. То есть сегодня они поучаствовали здесь, а на следующей неделе они уже уезжают в другой город и представляют свою продукцию за пределами Воскресенска. По вопросам участия вы можете обращаться в Воскресенскую торгово-промышленную палату, а всех жителей приглашает посетить ярмарку «Золотая осень 2021». С 28 по 2 октября с 10 утра до 7 часов вечера и 3 октября до 5 часов вечера по адресу улица Советская, 3Б, шатер УТЦ «Магнит».